Медведева Нина Кузьминична. Я работаю с 1992 года. Я сама актриса. Так получилось, что в 92 году распад Советского Союза, и мы остались без работы. И пришлось обратиться к своим друзьям, к домашним. У меня муж художник. И вот он расспросил своих в студии ребят, где у кого есть какая работа. И я моментально пришла в художественный музей, потому что предложили работать в музее. Естественно, вдохновляет меня это все, что я здесь вижу. И очень радуешься даже встрече с художниками, какой подпитываешься каким-то богатством таким, что раньше вроде бы не касался этого всего, а теперь видишь и чувствуешь. И когда смотришь на какую-либо картину, моментально думаешь, как мог художник это изобразить. И уже думаешь о его труде, о его, так сказать, способностях и радуешься этому всему. Естественно, эта профессия кажется вроде простой, обыкновенная, но она именно необыкновенная, потому что когда охраняешь и смотришь на это, и можешь даже подсказать посетителю, и душа сама радуется, своя душа, и думаешь, вот зритель, посетитель этот тоже радуется всему тому, что ему сказали, что он видит, что он мыслит и думает, и уже становится как-то очень приятно, что ты помог человеку. Я с картинами разговариваю, если честно говоря. Если я смотрю, думаю, как? Вот там есть пейзаж, лес, и сидит старушка. Думаешь, как вот она одна живет в этом лесу? И моментально столько картин раскрывается. И, может быть, потому что я работала в театре. Не знаю, я тоже 30 лет в театре работала, здесь почти 30.